Всем привет, меня зовут Максим, канал GGFM, и продолжаем WWE 2020, и у нас Payback 2020, очередная вечеринка намечается, и, блин, мне кажется, что начальство прям очень и очень не любит Аполло Крюса и его... их, то есть очень сильно не устраивает то, что он чемпион США. И прям всеми правдами и неправдами пытаются у него этот пояс выбить. И вот очередная попытка от Бобби Лэшли. Конечно же, он выходит со своим дружком MVP. Не знаю, посмотрим, как все сложится. В общем, попробуем, поиграем за Бобби, и, может быть, надо наконец-таки уже и сменить чемпиона США. One of the most impressive athletes ever to step foot in a WWE ring, a successful mixed martial artist. Lashley is finally back where he belongs in WWE. Well, to that point, Corey, this is a man, and Bobby Lashley, who spent 10 years away from WWE, but he came back because he felt like he had unfinished очень давно уже WWE, Бобби. He wanted to accomplish, and so far Bobby Lashley is on a track. И очень уж ему хочется этот титул. Я не помню, была ли попытка у него или нет, но вот буквально на SummerSlam попытка была у MVP, и он ее... Ну, в общем, он не победил, он не смог забрать пояс. Посмотрим, сможет ли Бобби это сделать. Блин, ну если я ничего не путаю, то вроде бы у Бобби тоже была уже попытка завоевать этот титул, забрать его у Аполло, и вроде бы тогда не вышло. Хотя я могу ошибаться. Может быть, были просто бои. Не помню уже точно. А может быть, у них не было вообще боев за этот титул. Или даже без титула. Не знаю, правда, не помню. Ребят, если кто помнит точно, поточнее, поправьте меня в комментариях, пишите вообще. Аполло, кстати, очень сильно изменился. Помню его лет 5 назад, и это был совершенно другой рестлер. Да-да-да, на кону титул чемпиона США. Introducing the challenger from Colorado Springs, Colorado, weighing in at 273 pounds. The almighty Bobby Lashley. Бобби Лэшли, да, 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 не чемпион, Аполло Крид. Аполло Крид. Аполло Крид сказал, да это прямо из фильма Рокки. Ну все, все, все готовы. Давайте начинать уже. Harley Race, the inaugural champion, truly a tough man's title. У Аполло есть гарпунчик. Это, кстати, очень мощное оружие против... Ой, у Аполло... Все, я, походу, не проснулся, либо засыпаю, не пойму, что со мной. Мысли и слова различаются очень сильно. For the right to call yourself the United States champion, to put yourself in the echelon of John Cena, Ricky Steamboat, Steve Austin, some of the greats of all time. Слышь, Аполло, Аполло, не надо. Ой, реверснул. Правда, два этих потратил. Но ничего страшного. Ничего страшного. Походу, у него минус должен быть. Да, у него минус. Минус, минус, минус. Так что можно пока что-нибудь сделать. Что-нибудь сделать хорошее, красивое. Ой, как же можно руки вырвать? Аполло, ты умеешь ли его? Да что я его Аполло-то все называю? Бобби, оу! Ну почти, почти долетел. Тебе почти удалось-то. He's hurting now. If he doesn't get out of that corner, he's gonna be hurting even worse.
Ну и можно побить. With the championship at stake, you know these superstars are going to give everything they can to win here tonight. Аполло, давай, соберись. Я играю не за тебя, но болею за тебя прям всеми. Ой, уже есть Сигна. Уже есть Сигна. Серьезно? Хорош. Пауэрслэм, да, очень даже хороший. Конечно, не как у Брона Стромана. У него раннинг пауэрслэм. А, ты что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты что, ты что, ты что, твой? Аполло, все, тихо. Хорош. Нехорош. Ау, клоузлайн прошел, и прям получили по мордасам, хорошо. Хорошо, ну пока по ХП нормально все. Все очень хорошо. Так, и пару бомб. Пауэр... А нет, не пауэр бомб. Не, пока никуда не торопимся. Никуда не торопимся. Пока просто бьем. Бьем. Бьем и еще раз бьем Аполло. Реверс. Ой, судья, прости. Тебе опять достается. Так. Вот это уже не очень хорошо сейчас можно получить. Причем так неплохо получить, потому что реверсов нет. Реверсов-то у нас нету. И пока что ничего не сможем сделать. Хорош. Хорош. Риверс, риверс, риверс. Очень хорошо. Хорошо, хорошо. Так. Up and down. Это не пауэрбомб, как крикнули комментаторы. Совершенно нет. Так, Аполло камбэк. Аполло... Как вот, и что ты делаешь? Акстись, говорит. Very difficult position to be in right now. Давай, за канатики. Ой, а стола-то нету, да? Стола-то нету. Куда? Оу! Главное залезть на ринг, а сколько дисквалификации, вот эти вот нам не надо. Этого нам не надо. Да уж. Так, ладно, танкуем. Не туда. Не туда. Аполло, пойдем. Так, и у него камбэк. Он все-таки использовал камбэк. Ну, я не в том месте, где ему надо. Так, хорош. У меня это вышло. Ау, вау, 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 вау. Больно, больно. Больно должно быть. Камбэк кто-то просрал. Кто-то просрал камбэк. Так. Пойдем со мной, я тебе кое-что тебе покажу на ринге. Тут грязь оставил, смотри.
Судья, давай, нет, не мороси. Не моросись. А то моросишь мне здесь. Моросишь. Можно было бы, конечно, сломать ринг. Но я не хочу. Не хочу. Так. Ой, ну только не болевой. Только не болевой. Не надо. Не, ну это... Это, конечно же, нет. Конечно же, нет. Ну что, гарпунем? Нет, не успели. Не успели. Реверснул. Да, ну что ты делаешь? Что же ты делаешь? О! Хорош. Это ты неплохо придумал, но надо что-то сделать с этим. Хорош. Так, вот сейчас уже опасно, на самом деле. Опа. Хорош, попал. Попал. Чтобы еще встать пораньше. Чего пола. Ага, финишер. Финишер пошел. Не надо нам. Не надо нам такого. Отлично. ОМГ. Почему бы и нет? Клоузлайн. Суисайд дай. Да, у Аполло сейчас большие-большие проблемы. Просто вот эти вот 150 килограмм, которые летят в тебя, это не очень приятно. Блин, ну это он так очень долго делает. Давай быстрее, Бобби. Бобби. Отпусти, отпусти мужичка, отпусти. Еще и сил нет, замечательно. Надо на ринг. Ну это капец. Это, конечно, капец. Да, да. У Аполло большие проблемы. Большие, очень большие проблемы. Это была первая проблема. Сейчас будет вторая проблема. Ну и третья проблема, я думаю, заключительная для Аполло. Ну, потому что после этого, ну, не встать никак уж. Да. Давай, судья. Я думаю, у нас меняется чемпион. Чемпион Соединенных Штатов у нас меняется. Да, да, да. Еще раз да. Бобби Лэшли, новый чемпион США. Неплохо, неплохо защищал титул Аполло все это время. Ну вот. Как говорится, что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Ну, наверняка ему дадут шанс. Дадут ему шанс. Попытаться забрать его обратно.
Но не знаю, не знаю. Простепал. Ничего личного, как говорится. Ничего личного. Ну и все. Ну и, собственно, все. Ребятушки, надеюсь, что вам понравился этот бой, это видео. И вы поставите на него лайкосик. Также подписывайтесь, кто этого еще не сделал, пишите комментарии, жмите колокольчик, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки есть в описании. На этом пока все, увидимся совсем скоро в следующей серии по WWE. И все, всем пока, до новых встреч, пока-пока.